Место у собаки. А вы-то кто? Без маски. У нас не допускается. Представьтесь, пожалуйста. Съемку прекратите. Вы что, имущество-то трогаете? Сейчас... Вы представляться будете, нет? У меня все написано, кто это. А вы должны словами представиться. Я вам ничего не должна. Я читать не умею. Конечно. А закон-то почитайте об охранных деятельностях. Кто? А ты кто такая тогда? А вы просто так же снимите маску и просто отстаньте от меня, да и все. Без маски у нас не допускается. Представьтесь, пожалуйста. Съемку прекратите. Вы что, имущество-то трогаете? Сейчас... И мы сейчас полицию вызовем. Имущество ФБР вызывайте. Как вызывайте? Вас по-человечески покажут. Ребенка тоже заберут. А при чем ребенок останется? Ребенка я оставляю, и будете оказывать ему медицинскую помощь. А вы выходите тогда. А вы записались. Ну, так мне надо оплатить. Вы идите тогда. Вызывайте. Он не умеет оплачивать. Мужчина, будьте добры. Он оплачивать не умеет, ребенок. Я за него оплачу и выйду. А вы просто так же снимите маску и просто отстаньте от меня, да и все. Снят уже давно. Прочитайте в интернете, все снято давно. Масочный режим губернатор не отменял. Я лично с ним общался сегодня, он отменил для меня лично. Для вас? Да. Маску наденьте, либо мы вызываем группу. Так вызывайте что угодно. Дайте ребенку, отказывайтесь медицинскую помощь. Ребенку оказать. Мы не отказываем. Ну все, оказывайте ребенку. Вам нужно надеть маску. Дать вам маску. Ребенку окажите медицинскую помощь, я вам маску говорю. Маску наденьте, пожалуйста. Ребенку вы отказываете? И прекратите съемку. Вы отказываете ребенку? Не отказываем. Не отказываете? Мы не отказываем. Давайте оказывайте медицинскую маску помощь. Маску наденьте. Медицинскую помощь оказывайте. А оставляйте тогда направление, оставляйте ребенка и выходите из клиники. Давайте. Вы за ребенка ответственны сейчас? Я вам могу, да. Нет, спасибо, я не ношу маску. Я сказала, выйдите. Так и вы выйдите тогда. Вы сейчас там ругались? Сюда пришли поругаться? Я не ругаюсь, вы начинаете. Есть маленькие такие диванчики, на них присаживайтесь вот за дверь, пожалуйста. Разве вы не готовы выполнять наши требования? Ваши не готов. Ребенка приведут вам. Противозаконные ваши не готов требования выполнять. Это ваши противозаконные. Вы пришли сюда со своими правилами. У нас свои правила. Будьте любезны. Ваши правила противоречат всему. Всему человеческому. Всему человеческому. Мужчина, выйдите там. А вы тогда представьтесь, чтоб я знал, с кем я имею дело. Карточку охранника. А я что, каждого первого встречного должен слушать или как? Конечно. А закон-то почитайте об охранной деятельности. Кто? А ты кто такая тогда? Я разговор с вами не начинал. Сядьте за свое рабочее место и сидите там. Я... Скандалите. Закон не надо нарушать и права человека. Скандалите. Для обращения в прокуратуру представьтесь, пожалуйста. Я не буду представляться, у нас не будете представляться. Еще том, одна что ответственность, что вы должностное лицо запрещена. Не представляетесь. Масочку наденьте, можно. Отказываете ребенку медицинской помощи? Я вам еще раз говорю, что мы не отказываем медицинской помощи. Представляйтесь тогда должностное лицо. Нет. Нет? У нас есть объявление. Ну, значит, будем устанавливать по фейсу. Давайте, снимайте масочку. Вы слышите меня, нет? Ну, а вы меня слышите, что ребенку нужна медицинская помощь? Ты кнопку нажали? Нет, нет. Сейчас будет на видео снимать. Кнопка у вас уже здесь есть. Может, он все-таки остановится и не будет? Да я уже вышел давно. Вы остановите. Я обязан, а закон почитайте, не обязан. Я не обязана, вы не мой начальник. Я вам так ничего предоставлять не обязан. Любому потребованию обязаны. Нет. Вот то, тоже будете отвечать, понятно? За что я буду отвечать? За непредставление карточки охранника. Мужчина, так вы вызывайте ребенка, ребенок сидит. Она через раз была
Каждый у вас через один, вон с открытыми носами. Вы что докопались до меня? Вон только что закрыли, вон стоит. Че, вы что докопались-то? Вы ребенку окажите помощь. Вы нарушаете закон. Уголовная ответственность за неоказание медицинской помощи. Мы понятно? Мы отказываем в оказании медицинской помощи. Вот там и разберемся, не оказывайте. Давайте, давайте, давайте быстрее. Да кем запрещена? Законом. А мне недавно Путин разрешил. Если кто-то из этих людей попадет на ваше видео, они вправе на вас написать заявление. Вправе? А что вы за них отвечаете? Вы напишите. Я просто вас предупреждаю. А вы кто? Я заведующая регистратурой. Ну, представьте. Меня зовут Елена Алексеевна Гальцева. Вот на вас уже напишем тогда. Оказывать будете помощь ребенку? Вы куда? Или мы уезжаем, оказывать будете? Вы куда записываете? Смотрите направление, откуда разбираюсь, в ваших каракулях, что ли? Мы можем припроводить вашего ребенка на лечение, но вы вынуждены будете ждать на улице. Так я уже согласился на это. Все. Припровождайте, давайте. Пойдем. Это можно было спокойно решить, без всяких вот этих вопросов? Можно было? Да вы не можете решить. Сядьте, занимайтесь своим делом. На меня не надо повышать голос. А вы зачем ко мне подошли? Зачем вы ко мне подошли? Вот ваше место. Вот. Место у собаки. Вот именно, в намордник одели. Я тоже не собака. Я намордник не одевал. Не надо ругаться. Каждая организация свои правила. Вот и соблюдайте свои правила. Ко мне не лезьте. Ваши правила меня не касаются. Вы вас туда не заставляли подходить правильно. Правильно. Я пришел и вышел. Я не по своей воле пришел. А то, что ребенку нужна помощь. Я понимаю. Ну вот и все. Если у нас нужно надеть маску. Вам нужно, вы одели, правильно? Когда выйдете, запретите. Я и выхожу. Я давно уже выходил. Вы устроили тут какую-то бучу. Съемка запрещена. Чем? Мне Путин сегодня разрешил снимать. Он по телевизору сказал, собирайте информацию. Вызвали? А вы-то кто? Вы представляться будете, нет? У меня все написано, кто я. А вы должны словами представиться. Я вам ничего не должна. Я читать не умею. Значит, надо учиться было свое время. Так и я вам не должен, понимаете? Выйдите, пожалуйста. Почему-то вы мне не должны, а я вам должен надеть что-то. Закон, который вы обязаны соблюдать, гражданин Российской Федерации. Я не гражданин Российской Федерации, ваши законы меня не касаются. Понятно?